Всем привет! Я уже по традиции вещаю с улицы. Погода у нас до сих пор... Погоды у нас до сих пор стоят хорошие. Прям теплотища. Я уже в куртке, в теплой, уже мне прям жарко реально. Наверное, градусов на солнышке 20. Ну что, сегодня поедем с вами цветочки забирать. Помните, я вам, когда орхидеи поливала, говорила, что я орхидею заказывала. Вот она пришла, так что сегодня поедем в центр, на Сенную площадь, забирать орхидею и заодно вместе с орхидеей миниатюрный антуриум под названием, по-моему, Зизу, если я не ошибаюсь. Вот. Так что прогуляемся сегодня по Питеру. Я еще сама там не была, поэтому не знаю, как найду сразу, не сразу, но будем надеяться, что найду. Птицы прямо оглушительно так поют. Красотища. Ну и по традиции сидящий Зевс, потому что надо идти домой. И это же не обсуждается. Нужно же посидеть на природе, полюбоваться прохожими, послушать пение птиц. А если бы сейчас трава была зеленая, то бы он ходил как корова и ел бы траву. Да, если честно признаться, мне и самой-то неохота домой идти работать, когда такая погода на улице хорошая стоит. Зевуня! Зевунь! Пойдем, зайка, домой. Бульдожка ты моя, пойдем скорей. Зевуня! Зевуня! Покажи хоть морду-то свою. Фигушки. Редкий случай удалось заснять, как пьет наш облифарчик сырок. Прям как кошечка лакает язычком. Так смешно. А рядом сидит таракан живой уже несколько дней. Прикиньте, он его не ест почему-то. Вот. Еще такой, смотрите, как прикольно глазки защурил. Такой смешной. Ну, вообще кадр. Засыпает, сидит, попил и засыпает. Прикольные животные. Ну все, рабочий день закончился. Я выдвинулась уже к метро. Еду за цветами. Погода у нас прям вообще лето. Так тепло на улице, красотища. Если получится что-то, то поснимаю. Если не получится, то не поснимаю. Но надеюсь, что получится. Так что поехали. Набережный канала Грибоедова. Сейчас немножко тут такая тишина. Машины еле-еле едут. Катерок сейчас едет, сейчас я вам покажу. По рекам и каналам катают. Такие домики. Довольно тихая улочка. А вот там дальше уже вижу побольше. Там где мост. Я тут шла-шла-шла и нашла Botanical Lab. Смотрите, здесь какой флорариум сделан. Красотища какая. Мне тоже надо такого объема. Здоровый. Какие тут растения растут, смотрите. Как красиво, фикус помила, смотрите, как расползается. Не, мне определенно надо такой большой флорариум, куда его поставить.
вот здесь прям при входе вот такой вот стоит уголок. Здесь растения можно купить при желании. Растений очень много всяких разных, но очень дорого, просто вот безумно дорого. Даже самый маленький горшочек, любой, от 1000 рублей. Капец. Я походила, посмотрела просто, поснимала и пошла во свояси. Даже вот самое-самое простенькое растение, какая-нибудь там самая простая чеверия, посаженная в горшок, в такой керамический терракотовый. А, и, по-моему, там она в личузе или в смеси личузы с серамисом, что-то такое похожее намешано. От 1000 рублей. Капец. Попалась прикольная сова. 25 тысяч, представляете? Не знаю, из серебра, наверное. Вот и все. Вернулась я уже из шумного центра в свой спальный район с оглушительно поющими птицами. Все-таки как хорошо здесь. Там вот идешь, так шумно, много людей, зелени практически никакой нет, пылища. В спальном районе красота. У меня дом вообще практически в лесу стоит, хотя я живу в 3 минутах от метро. Ну что, пойдемте смотреть, что я там купила. Ну вот мои покупочки. Такая миниатюрная орхидейка Sogo Gotris. Это пилорик. Мне уже досталось то, что осталось. Я уже очень поздно поехала забирать. Все уже разобрали, самые хорошие экземпляры. Вот, ну надеюсь, что я смогу выходить. Корешки там, ну в принципе, есть. Я выбрала еще более-менее такой, где есть корешки. Они, конечно, подгнившие. Но будем надеяться, что она не умрет. Вот. Ну, стоила она, конечно, недорого, но все равно все-таки живое растение. Цветочки такие интересные, красивые. И второй, это анториум, называется Зизу. Это миниатюрный сорт, это уже взрослое растение. Вот, еще есть точно такой же, называется лилия, розовый. Вот, но я, к сожалению, на него опоздала в закупке встать, поэтому буду ловить в следующих закупочках. Вот, смотрите, сколько корешков. Вот. Прям не знаю, то ли его пересадить, то ли подождать, пока я лилии куплю, потому что мне очень хочется их вместе в один горшочек посадить, чтобы было красиво. Ну, может быть, и не дотерплю и куплю. Ой, куплю, пересажу уже Зиза в отдельный горшочек. Ну, вот и все. На этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Спасибо, что погуляли со мной по городу, полюбовались на мои растюхи. На новиночки. Пересаживать мы их уже будем с вами завтра. Всем пока-пока!